Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Совсем недавно я сделала разбор на песню «Как саморжали Макса Коржа». И вы очень много в комментариях писали: «Разбери еще какие-нибудь его песни». Поэтому сегодня специально для вас я буду разбирать песню, называется «Тает дым». Конечно же, все это будет на укулеле. Ну а перед началом этого ролика я напоминаю тебе, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе, правильно, что по укулеле комьюнити. Ну и тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться играть как саморжа. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Я. У каждого здесь есть своя правда. Как правильно здесь жить, я не знаю. Хочу видеть в глазах твоих много кайфа и на взлетке, что прыжки от ног, кроссы отлетали. Насмотреться друг на друга под утром, ведь нам не быть с тобою вместе, ты знаешь. А взрослой жизни очень много замутов, лишь только дай тебя обниму, вместе полетаем. Разбор на укулеле. На самом деле песня супер простая. Конечно же, всякие фишки-плюшки я сюда вам добавил, чтобы вам было интереснее играть. Но для начала разучим с вами аккорды. Базовые аккорды, 5 их штук. Первый аккорд, аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Далее идет аккорд ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. То есть вот такая вот лесенка у нас образовалась. Третий аккорд, аккорд АМ. Зажимаем просто четвертую струну на втором ладу. Четвертый аккорд, аккорд ФА. Зажимаем к этой же конструкции вторую струну на первом ладу. И пятый аккорд, который нам понадобится, аккорд G. Просто зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Все вместе. С, ЕМ, АМ, ФА. И G. Это у нас будет последовательность аккордов в куплете. В припеве же она будет следующая. C, G, AM и FA. То есть EM в припеве не будет. В этой песне есть вступление. Конечно же, я вам сейчас его покажу. Кому будет сложно, можете его не играть. Кто хочет что-то разнообразное, конечно же, его выучите. Тем более, оно супер простое. Так вот, наше вступление основано на трех аккордах C, EM и AM. На каждый аккорд мы с вами будем играть следующий рисунок. Удар вниз. Затем первая, вторая, третья струна. И так мы будем играть с вами на каждый аккорд. Получается... Вот тут вот момент, мы с вами играем третью струну открытую, далее зажимаем ее на втором ладу, еще раз, и затем опять снова повторяем тот же рисунок, что сейчас выучили, а вот когда мы с вами будем играть за вторым разом аккорд АМ, то мы просто сыграем удар вниз, без раз, два, три, просто удар вниз. Давай теперь это все соединим в медленном темпе. Еще раз, но чуть быстрее. Разбор на укулеле.
Теперь, как же играть куплет? В куплете будет следующий бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Такая стандартная бой, шестерочка. И этот бой мы будем с вами играть на один аккорд два раза. Соединим. Кстати, забыла вам сказать, на строчку, где мы будем с вами играть фа и джи, то есть это слова и на взлетке, чтобы прыжки от ног кросс отлетали. Так вот, мы этот бой будем играть с вами там по одному разу, в остальных случаях по два. С таким же самым боем мы будем играть целый куплет. Единственное, на последнюю строчку лишь просто дай тебя обниму вместе полетаем, на аккорд фа и джи мы сыграем один удар вниз за оглушкой, то есть... Кому удобно играть целой ладонью, кому удобно зажимать таким вот кулачком, бить укулеле не надо, напоминаю. То есть или так, кому как удобно. Теперь давай все соединим полностью целый куплет со словами. У каждого здесь есть своя правда, как правильно здесь жить я не знаю. Лишь хочу видеть в глазах твоих много кайфа и на взлетке, что в прыжке от ног кроссы отлетали. Насмотреться друг на друга под утро, нам не быть с тобою вместе, ты знаешь. В взрослой жизни очень много замутов, лишь просто дай тебя обниму, вместе полетаем. Теперь припев мы с вами будем играть с тем же самым боем, то есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, но уже на каждый аккорд будем играть его по одному разу. И получается... момент, когда мы будем играть фа на слова таким придурком, мы будем просто играть удар один вниз, то есть таким придурком. Теперь полностью припев со словами. О, в легких тает дым, и над заливом запомни. Шедеврально. Теперь во втором куплете мы с вами будем играть удары вниз, просто удары вниз. Их будет на каждый аккорд по 12 штук. Единственное, за исключением строчки фа и джи. Там будет у нас на каждый аккорд по 6 штук. Да, вы можете прям считать, можете вот эту цифру 12 поделить на 2, то есть считать по 6 два раза. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, при этом я играю не полные удары, да, вот прям от души. Я это называю ротскерные удары, то есть они не полные, как будто я что-то на терке натираю и ударяю первую, вторую, третью струну. Причем это все быстро, коротко происходит. Также на последнюю строчку куплета, где мы играем фа и джи, также сохраняется удар вниз с заглушкой. Так давай друг друга выдохнем и остановим время. И припев играем точно так же, как мы его только что с вами выучили. В принципе, вот вся песня. Ну, если тебе был полезен этот разбор, то поставь свой лайк. Также пиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Ну, а также, если ты хочешь поддержать мои труды и старания, то ты можешь оформить подписку на Boosty. Вот, например, эти ребята уже это делают, получают клевые ништяки от меня и весь раздаточный материал. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!